Впервые всекубанский турнир по уличному баскетболу прошел в 2006 году. Его цель – мотивировать детей к здоровому образу жизни и организовать их летний досуг. В последние годы форма уличных состязаний становится все более популярной среди молодежи. Например, в прошлом году в турнир по стритболу включилось более 260 тысяч детей и подростков. Для участия не обязательно профессиональная подготовка. Бороться за кубок губернатора могут все желающие. Однако, чтобы представить свою команду в финале, необходимо пройти сначала зональный, а затем районные отборы. Турнир активно поддерживается Министерством спорта края и Департаментом физической культуры и спорта города Сочи. Это одна из дисциплин баскетбола, стритбол. Буквально вот с этого года данный вид спорта включен в олимпийскую программу. В прошлом году на Европейских играх данный вид был представлен, и наша сборная команда России с медалями завершила данный турнир. Так что перспективы у этого олимпийского вида спорта у нас на Кубани очень-очень радужные, потому что открытый воздух, солнце, уличная площадка, как ни в Краснодарском крае проводить данное мероприятие. Олеся, большая твоя! В целом проект всекубанского турнира представлен пятью видами спорта: стритбол, плавание, футбол, легкая атлетика и настольный теннис.